Давай, заряжай. Так, рама, рама, заряжай. Магазин у тебя уже стоит. Рама, да. Да. Палец. Не. Все, давай. Одним прям пролезли, чуть-чуть выше. Это целовать надо? Нет, обычно же она уже давно растет. Благодаря тормозу. Вспоминай, что как ты стреляла, пока когда ты первую сбивала. Ну я четко по один целилась. А? Я четко по один целилась, потому что вот эта вот стрелочка, она была чисто под тарелку. Не под, надо по центру. А по центру, когда я стреляла, она вышла. Да? Видимо, во время когда стреляла. Нет, я как бы целилась со второго центра. Ниже ушло, да? Может позвонить, сказать, чтобы это отложили? Успокойся, успеем, почему?
Может, мне показалось, что он слишком забудет. Да. Надо было выезжать, когда прохладно. А? Целилась в нижнюю, в самую середину. Мне кажется, улетел совсем наверх. Вверху прошел. Прям вообще сверху. Ну, стрельни, попробуй в левую верхнюю мишень. Я вижу, сверху прошел. Ну, там даже гинды. Чуть ниже попробуй стрелять. Выше. Все равно выше ушел? Выше. Похоже. Похоже, что выше кого-то ушел. Я в ближний постреляю. В ближний постреляю. Попала. Попала. Куда? В левую? Ну, в левую, но она не упала, она прострелилась. По центру брала, да? Чуть, ну да, можно сказать по центру. Стреляй так же. Пять, да? Пять.
поперло. Попробуй двумя руками. Давай еще один. Еще один? Упал. Че? Ветром с булбы упал. Что? Ну, тарелка нет в фигне. Открой. Не ближнюю целится? Это он все, что ли? Она упала. Она упала вообще. А, это упала. Ну, блин, не знаю. Нижнюю там прицел не пристрелен по ним. Нижняя, она 50 метров, а это на стол стояла. Стреляй по теткам. А, ну да, тоже можно. А он стоит, который. Попробуй по нему. Куда целится? Тот, что поближе, или тот, что подальше? Поближе. Вот, который поближе, Стас, который поставил у него в середине. Чего? Ну там всего две патрона было.